А еще крайне важно вовремя сдать школу номер 35. В среду в ходе выездного совещания глава округа Виктор Азаров проверил ход строительства нового образовательного учреждения. Руководитель муниципалитета пообщался с представителями подрядной организации, осмотрел, как ведутся внутренние работы, и темпами строительства остался недоволен. К сожалению, к подрядчику много вопросов, потому что он отстает сегодня по графику на 3 месяца. Вторая претензия – качество исполнения работ достаточно низкое. И плюс организация труда, на мой взгляд, тоже очень некачественно все делается. Поэтому будем с подрядчиком вести серьезный разговор. Не исключено, что придется расторгать контракт с тем, чтобы все-таки выдержать обязательства и сроки. Сдача школы была намечена на сентябрь 2020-го. Напомню, в 2019-м городской округ Мытищи стал участником масштабной областной акции в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев в торжественной обстановке дал старт началу строительства в Подмосковье 50 школ. Здание, которое сейчас возводят на Новомытищинском проспекте, это большая полноформатная школа на 1100 мест. Проект современный, модульный, с использованием типовых решений и эффективных строительных технологий. Согласно плану, будущая школа будет 4-этажной, общей площадью почти 18 тысяч квадратных метров.